Ну, мы сейчас развернулись, мы сейчас поставки начали в Томск, в Омск, в Тюмень, в Казахстан ведем переговоры. То есть дальше развиваем географию. Стройберг – это современное предприятие. Площадь производства – 55 тысяч квадратных метров. Ежедневно в цехах трудятся больше 200 квалифицированных специалистов. Завод выпускает силикатный и гиперпрессованный кирпич, щебень, известь. Теперь ассортимент пополнил газобетон. До этого материал на стройке края приходилось закупать в соседних регионах. Теперь все изменится. Производственная площадка в Барнауле позволит застройщикам приобретать качественный стройматериал и существенно сократить издержки на его доставку до места строительства. Мы люди должны знать, что у нас это делается и гарантированно в нужном объеме, в нужные сроки предприятие способно сделать. Все, вот это надо заказчику. В строительство цеха инвестировали около 300 миллионов рублей. Дополнительно создали 30 рабочих мест. Цемент, песок, известь и другие составляющие газобетона – алтайские. Это полностью местный продукт. Промышленное производство позволяет обеспечить стабильную геометрию и предсказуемую марочную прочность блоков, что имеет решающее значение при возведении жилых и промышленных зданий. На сегодня объемы производства у нас 7000 кубометров в месяц газобетона. Мы вышли на свои плановые объемы и будем продолжать дальше работать и смотреть по потреблению. Возможно, что будем расширяться. В компании отмечают, что растущий рынок частного домостроения требует все больше качественных стройматериалов, и завод готов удовлетворить этот спрос. Подробнее о продукции «Стройберг» можно узнать на официальном сайте производителя. Глеб Поленский, Алексей Шаульский. Новости.